Обычно одиночество это присуще любому актеру, популярному во всяком случае. По Станиславскому публичное одиночество, то есть это вот когда много-много народу, а ты все равно одинок в этой толпе. И потом много-много народу, публики в зале, а ты одинок на сцене. Ты поешь песню об одиночестве. Это не объяснить словами, потому что это надо чувствовать. То есть это совершенно другие вещи. Но одиночество, я даже к нему стремилась какое-то время. То есть я могла себя чувствовать нормально в ванной комнате, скажем, или там, в своей замечательной спальне на Тверской, маленькой, уютной. Так что, когда была одна, естественно. А были такие моменты, когда вас оставляли мужчины? И как вы вообще справлялись с тем, когда оставались одна? Да никак, это покушать любила после этого сразу. И успокаивалась. Конечно, надо поесть как-то.